Дню Конституции гражданство США получит 45 тысяч иммигрантов. Служба по гражданству и миграции США отметит День Конституции и День гражданства США, который празднуется сегодня более чем 260 церемониями натурализации по всей стране. Церемонии пройдут с 14 по 23 сентября в рамках празднования Недели Конституции. Американское гражданство на этих мероприятиях получит около 45 тысяч законных постоянных жителей страны. Список мест, где будут проходить церемонии натурализации в рамках Недели Конституции, можно увидеть по ссылке в описании. В течение последних двух финансовых лет USCIS наблюдалось 20% увеличение числа заявок на натурализацию. В 2018 финансовом году USCIS намерен завершить рассмотрение 829 тысяч заявок на натурализацию, что является самым высоким годовым показателем с 2013 года. Средний коэффициент одобрения таких заявок по итогам 2013-2017 годов составляет 91%. В ответ на рекордную рабочую нагрузку из-за увеличения количества заявок, USCIS осуществила ряд процессуальных операционных реформ и наняла дополнительный персонал, чтобы гарантировать своевременное рассмотрение заявок. Каждый год USCIS проводит натурализацию около 700 тысяч новых граждан США. В 2017 году агентство натурализовало более 716 тысяч человек. Хотите знать больше информации про натурализацию? Пишите комментарии, оставляйте лайки.